Всем-всем привет, с вами Zero Tolerance, это у нас очередной Fast Cup, в рамках которого встречаются команды SGM, которые в данный момент подписались как Закатаем и Заметим, любят они менять название, и команда, скажем так, Попа Дракона, ну, будем назвать их Джодра. Так, мы начали, и у нас стартовали 5 баны. Так, SGM банят Elder Титана и Outworld Devourer. В ответ получает бан Darkseer. И ждем еще один бан. SGM команда у нас более опытная. Уже видели их игры как-то. Ребята уверенно чувствуют себя в аматорской лиге. А вот дракона видим первый раз. Ну, посмотрим, что они из себя представляют, как они покажут себя. Бан Skyras Mage от Джодра. И начинаются пики. Лич ферст пиком от SGM. Очень интересно. Довольно часто лич в последнее время появляется у нас в пиках. Вспомнили про этого героя, что он довольно-таки полезен. Особенно в массовых замесах, когда противники все просто разбегаются. Ну и ждем пика Джодра. И это Абадон. Абадон ферст пиком, и за ним следует Вивер. Что ж, уже два хороших, таких сильных героя. Я не устаю повторять, что, в принципе, герои это одно, а вот реализация другое. И вот как раз это очень сильно видно на аматорской лиге. Когда вроде пик хороший, но немного не дотягивает. Ну, посмотрим, как здесь получится. В принципе, все зависит от игроков. Клокерк, второй пик команды Закатаем, не заметим. И третий бан. Думают, кого забанить, пошло уже дополнительное время. Думают, кто бы подошел в связку к Виверу и Абадону. Ну, думаю, можно мидера какого-то забанить или саппортом. Не знаю. Тут еще, смотря как пойдет себя Вивер, в принципе, он может пойти в сложную линию. Ну и в триплу. Ну вот видим, банят Пака, команда SGM. Ну и чем ответят Джодра. Все-таки не рискую я полностью прочитать их название правильно. Буду так называть Джодра. Ну, тоже задумались. В принципе, тут много. Кто может пойти в пик? Нет мидера, нет мейн керри. Еще один саппорт. Очень много вариантов команды SGM. Ну, не так уж много вариантов для бан. Ну и улетает Тимбер. Улетает в бан Тимбер. Не знаю, может планировали его взять, может нет. В принципе, нормально. Закидывать свою там пилу в коги. Было бы круто. Ну что ж. Четвертый бан. Отойти. 45 секунд у них все остается дополнительного времени.
это Бэйн. Минус Бэйн. И в ответочку минус Лайфстилер. Убирать таких противных героев. Ну и посмотрим, что они пикнут. Дополнение к Абадону и Вейгеру. Может, заявят про себя как хорошая команда они. Опа, дракон. Что ж такое? Не могут придумать, кого взять. Давайте, ребятки. И это Виномантер. Тоже довольно частый пик в последнее время, после того, как его немного апнули. То он довольно часто заезжает. Ну что, третий пик. Закатаем, не заметим. С таким успехом можно и все дополнительное время потерять. Если не будет с такой скоростью пикать героев. Ну а вы же уже, в принципе, должны знать, кого вы хотите пикнуть, кем будете играть. Опытная команда должны быстро подстраиваться под пики противника. Это Чен. Чен от команды SGM. Что довольно-таки неплохо. Значит, это будет трипла в легкой. Или Чен, Личи и еще кто-то. Ну как, Чен не будет присутствовать, явно в трипле он будет в лес, но частенько будет. Я думаю, должен будет он выходить из лесу и помогать. Ну что, четвертый пик команды Джодра. И мы ждем. В принципе, все герои у них интересные. Абадон очень такой неприятный герой со своим щитом, с ультой. Правда, ему немного порезали этот щит. Ну как, не то что порезали, просто делали так, что его можно теперь развеять. Ну... Не все команды будут ради этого покупать диффуза. Алхимик. Алхимик с четвертым пиком. Интересная задумка. Это будет, скорее всего, Афлейм Вивер. Трипла с Алхимиком, Абадоном, Виномастером. И нужен мид-герой. Ну а мы тем временем ждем четвертого героя для SGM. У них в общей сумме 10 секунд остается. И может это рандом будет. 3, 2. Инвокер. Вот это уже интересно. Инвокера берут. Тоже после патча вспомнили про этого героя. После того, как сделали ему на первом уровне ультимейта две способности. Ну что, последние пики и последние бан. Ждем. Больше нам ничего не остается делать. Не сильно хорошо распоряжаться своим временем, отведенным на пики и баны команда закатаем, не заметим. Ну вот, 2 секунды у них выполнено времени. Или они просто знают, кто уже будет у них последний. Здесь остается им мейн керри.
Вот должны забанить кого-то очень жесткого. Возможно, антимаг какой-то или вообще Войд. Убирает гирокоптера. Командор Джодр. Последний бан SGM. Им нужно банить мидера. Скорее всего. Так, 5 секунд основного и 2 дополнительного времени. Планая. Да, все-таки банит мидера. И последний пик команды Джодре. Кого они возьмут? Интересно. Тоже задумались. Ну, очень растягивают пики баны, и это Вайпер. Вайпер в мид. Тоже очень интересно. Ну, я вам скажу, три таких жестких героя. Команды Джодра. Это Вивер, Алхимик и Вайпер. Вайпер тоже может выдавать значительный дэмэдж с руки, так сказать. Ну и смотрим, кого возьмут SGM. Две секунды. Одна. Это Мирана. Это Мирана, и мы начинаем. Игроки разбирают героев. И стартуем. Ну, а в команде Джодра, наверное, еще не знают, кто на ком играть будет. Сейчас спорится. Уже, ребят, быстрее. Наверное, человек чаю попить пошел, пока все пикали. И мы ждем его. Нельзя же так игру затягивать. Ну, и мы начали. Наконец-то расселись по героям. Really видим пулят Вайпера. Этими горошинками сразу идет им покер мид, вайпер мид. Никто ничего такого не придумывает. У нас лич из ничего с одними танго идет поставить в АТЧМ. Ну и видите, что Солон Мирана здесь добластает будет. Очень интересно. Ну, ждем пока окончательно по линиям разойдутся ребята. Так, ставить здесь вот. Видим такие рачки висят у них. Так, и руна регена. Не заметил, наверное, чем. Ну, как мы видим, здесь дабла сверху, дабла снизу. Ну, очень интересная расстановка линий. Никаких традиционных там триплы нет, ничего. Ну и смотрим за противостоянием Вайпер-Инвокер. Очень интересно будет.
Здесь легкая стоит Мирана. Сама. Прокачана у нее Ли. Первый на всякий случай. И все-таки смотрите, как она пробивает Абадона. Ему снизили. Ну, Ли уходит в трипу. Абадон. Снизили ему броню до единички родной, и так что его на начальных уровнях можно очень сильно напрягать. Здесь видим, например, Ли Клокверка. Яд очень неприятный виномансера, и, видимо, он уже плохо, как не бывал. Ну вот интересно, что будет себе брать вот этот товарищ Лич, у которого одни танга, но уже 600 голды. Боту, возможно. Для инвокера. Ну, честно. Видим, как агрессивничает. Вайпер, ну, сам получает хорошо прокачанный уже на двоечку экзорт у инвокера, и довольно с руки он тоже так нормально дает. Так, а здесь что у нас? А здесь у нас убивает Клокверка и в ответ собирает Лич Виномантера. И что да. Все-таки баночкой забирает Лича еще алхимик. И это не очень хорошо для команды SGM. Так как алхимику лучше не давать эти ранее фраги. И пешочком идут на линии. Здесь спокойно стоят Вивер и Миран. Так, выход на Вивера будет. Ну, просветить, наверное. Да, стоят Вард. И минус. Минус Вивер. Хотя с третьим Мираном так просело сильно очень ее Вивер. Больно дал. Ну, пока игра ровная, 2-2. То там такие поодинокие убийства происходят. Мы просто 2 вардаж потратили на убийство Вивера. Так, здесь у нас лес формят Абадон и Виномансер. Старается вообще не забирать фарму у химика. А у химик у нас, как видим, играет без монетки. Наверное, очень сильно он уверен в себе. Ну или они собрались играть в очень агрессивную доту. Так, накручивает. Гель смазали и минус Лич. Не попадает когами Клокверк, чтобы, ну как сказать, вот так, засейвить величайший. И Лич платит за это. Так, подстанивает кентавра Вивера, ну, как видим, очень сильно просел чен. Все-таки тычки такие увесистые у Вивера. Под вардом бегает. Так, ну мы видим, что по фарму, ну так по крипстату, переезжает команда Джодра, SGM. Видим, три героя у них вырываются вперед. Вайпер так хорошо переигрывает инвокера. Так, здесь продолжают фармить этот спаун, отводят отсюда крипов, ставят сюда их. Попадает Мирана стрелой, и это минус Вир.
Вот таких стрел нужно опасаться. Хотя я верю. Не знаю, почему он не увернулся. Так, call snap. Ну, толку от него нет. Так, потянется здесь ободом, мид, ну и что? И будет забирать. Так, есть ульта. Есть ульта у вайпера. Так, а здесь вивер, наверное. Нет, не заберет. Вовремя липнула с Мираном. Так, чем у нас здесь ходит что-то себе? Так, ну а если бы... Cold Snap. Никуда. Если бы Абадон пришел на помощь товарищу Вайперу, кинул на него щиток и тут пошел вперед, то через ульту, я думаю, они забрали бы инвокера. Ну, в смысле, через ульту Вайпера. Ну, решил он пойти Иру помочь. Да, я все-таки забираю это не Мирану, что-то пропустил это. Даже под вышкой забрали. Загулялась. 29 против 22 у Вайпера. Инвокер. Все-таки сильно он его опережает. Так, ну и ждем, что дальше будет. Так, здесь идет вивер на Мирану. Ну, у нее слип. Ну, ничего и такого не сделали. Здесь вайпер загоняет инвокера под свою вышку. Но ульту при этом не тратит. Хотя здесь 300 хп можно было. Так, клич, я так понял, идет паст меку. Так, с топориком. Клокверк? Покупает арканы. Так, а здесь что? Будет попытка забрать Миран. Просто упрыгивает. Потягивается с чем? Но он с лучше таким, что сам может получить. Так, и вот вовремя уходит Винвиз и спасается. Инвокер все-таки пытался его вайпер забрать, но не получилось. Здесь хук плеча, да, и минус вот, Веномансера, и лич добивает. Кинул баночку по нему. Алхимик, но толку здесь никакого. Так, и через Лотар, наверное, будет играть. То есть это будет у нас активно такой гангирующий алхимик. Хотя можно было монетку там на один взять, чтобы быстрее этот Лотар появился. Так, подбирает руну ускорение вайпер и... Ну, думаю, не заберет, потому что есть инвиз просто. Вот. Да, уходит инвокер. Просто так его не забрать. Нужна просветка какая-то. Которая пока нет. Ну, видим 43 на 27 крипстат у вайпера. Довольно уверенно. Можно сказать, переиграл. Инвокера на линии. Продолжает фармить чен. Так, и у нас первый выход. Не раны, наверное. Или же просто... Рум использует. Ну, здесь... Видели. Видели ее. Уходит вайпер. Просто чтобы стрелой не попал мне.
и ничего не получается в Миран. По варду прошлась. Ну, там по-другому не получилось бы. Так, здесь варды у обеих команд, они все видят. Подходит Абадон снизу. Так, Виномансер. Что? Буду что делать? Нет. Так, накручивает алхимик. Забывает гелем Виномансер и минус. Минус Клокверк. Под вот этой вот тучкой. Очень сильно просел. Минус брони очень много и легкий фраг. Ну, а здесь Мирана в соло. Забрала Вайпера, Нейра, о, Вивера. Блин, такие трудно для... Ультует Вивер. И что, выберет? Нет, успевает сделать ТП Мирана. И да, живет. Я просто то, что трудные для выговора такие герои. Вайпер, Вивер, Виномансер. Прям скороговорка получается. Так, ну, а счет у нас ровно. 5-5. Смотрим на графики. Так, по опыту у нас команда SGM примерно 1500. По золоту команда Джорда те самые 1500 выигрывают. Ну, очень интересно. Будем ждать, пока начну запирать первые вышки. Какие-то тимфайты начнутся первые. И тогда уже будем что-то говорить. На подходе. Shadow Blade у химика. И это уже, наверное, будет довольно-таки активное действие с его стороны. Так, здесь на линию вышел. Чем? Попадает по нему станом кентавр. И просто уходит Вио. Так, здесь у нас... Так, Мирана загуляла. Видят ее. Ну, просто она уйдет. Подпушивают линию Клокер с лечом. Так, у леча уже скоро мека. Ну, не сильно найфаст такая получилась. Ну, думаю, до первых тимфайтов он ее соберет, а это уже будет очень много чего решать. В свою очередь. Так, стрела рядом проходит, убивает крипа. И продолжают стоять. Стоит вайпер на миду, стоит хорошо. Вот появился Лотар. Вайпер тоже будет играть через Лотар. Так. Заходит Мирана за Вивера. Ну, здесь прилетает алхимик и остается только уйти. Ну, очень какая-то пассивная игра получается. Стоят там, фармят тихоньку. Никаких таких выходов явных не находилось. Так, через... Ага, ну что ж, там было сначала зарядиться. И упрыгивает Мирана. Да, взрывается он, стрела. Starfall. Ну, ошибся алхимик, нужно было сначала начать накручивать, потом уйти в Лотар. Ну, захотел он просто ударить с Лотар. Поплатился этим. А Вайпер продолжает зверствовать на миде. Таким успехом скоро и вышка упадет. Да. Dire's middle tower is under attack.
feel like a broken record. Руну невидимости использовал Вайпер. В принципе, ничего не мог сделать ему Мунвокер. Пока что. Так, эти двое просто продолжают стоять на линии. Не знаю. Трудно сказать, что они пушат. Так. Так, промахивается хуком Клокер, но зажимают они Веномансера и забирают его. Так я здесь просто увидел, что купил Чен. Подумал, неужели это две меки в команде? Да, это будет две меки в команде. Так, попадает станом. И стрела. Стрела в Винвиз. Очень хорошо сыграла Мирана и Чен. Молодец. Ну вот, теперь здесь правильно сделал. Алхимики забирают они. Инвокера. Он бедный, даже из стана не вышел. Еще забирают Вайпер вышку на миду. Я думаю, это так задумано, две мейки, или немного не согласовались ребята. Ведь мы знаем, что ауры не стакаются. Ну, посмотрим. Ничего не буду говорить. Посмотрим, как они сыграют. Так, тем временем появился уже и у Вайпера аватар. И это Минчен. И так и просто подошел, ударил, забрал килл. Алхимик. Называется Изи килл. Алхимика, конечно. Так, ну и что здесь у нас? Так, закрывают. Очень быстро ушел Веномансер. Ну, я думаю, заберут. Да. А, еще и хук повайпил. Но здесь Лотар ставится в арт, его видят. Раскручивается алхимик. Попадает по клокверку. Хил. Выживает клокверк. Ульт Мираны. Живет он. А это не попадает. Инвокер. Ну и хорошо, хорошо подрались. ЧМ 2 в 0. Так. Выход на Вивера. Да. Ну и Веномастер здесь тоже заглянул. Непонятно, зачем он сюда пришел. Знал, что здесь все герои команды HM. Тем не менее, сюда идет один Веномансер. Ну ты же видел, что Вивера уже убили. Ну, че ты лезешь, что ли? Дайте уже эту вышку. А алхимик у нас здесь. Фармит. Смотрим Мирана. Мирана уже хорошо себя чувствует. Скоро будет у него фьюжел. В принципе, вот он уже и появился. Собирает. Забирает вышку на боте. Команда ЧМ. Ну и ответит ли команда Radiant? Забрал вышкой на топе. Видим, здесь все они собрались. Так, делать сюда ТП. Так, инвокер. Мирана здесь. И, наверное, так просто не получится забрать вышку. Но вдвоем дефить не так уж легко. Против пятерых. Так, обходят. Проходят они с разных сторон. Здесь спрятался Вивер, здесь Мирана. Нички делают.
И стан, тучка. И это, наверное, минус инвокер. Нет, выживает Ghost Walk. Попадая стрелой по алхимику Мирана. Ультует Лич, но умирает Мирана. Ой, хороший чайник. Ну, 30 хп остается у алхимика. Санстрайк. Санстрайк срочно. И нет, ракеткой забирает. 1-3. Выжил здесь каким-то чудом. Инвокер? Ну, в принципе, не чудом, благодаря пальцам своим. Быстро ушел в инвиз. И выжил. Не было просветки ни у кого. Хотя должны это учитывать. Ну, так зафейлились. Неплохо. Неплохо начинали. Команда Джодра. Ох. Чуть-чуть виномансера не забрали. Там крипы Чена еще и попался на страйком в Нивоке. Так, ну и пока посмотрим. Угу. По опыту уже больше 10 тысяч. И видим, было там 1500 по золоту у Джодры, и теперь у СЧМ больше 2000. Да, уже где-то около 3000 по золоту. СЧМ преимущество. Вырвали не его. Так, Винвизи. Винвизи Клокер. Что будет там, что делать? Пока просто попадает стрелой Коги. Нет, живет. Хилит его. Абадон. Ну и вот. Курьера заберут. Да, не с курьера. Как так вот? Так, что там вайперу, по-моему, что-то летело. Так, забирают вышку на топе. Ну, то есть вы видели, почему не забрали алхимика, потому что опять, в смысле, у одной и другой команды нет такой штуки, просто как досты. Ну и минус Чен. Мека, ульт Мираны. И живут. Живут пока все, хотя... Нет, Чен все-таки умрет. Еще хил. Как долго они все живут. Неужели выживет Чен? Нет. Заденайло. Заденайло Мирана Чена. Вот ты вообще молодцы. Так, здесь алхимик снова задувает. Вайпер ультует. Минус инвокер. Минус Абадон. Здесь забирает вайпер Лича. Получает стрелу от Мираны. Уходит. Нет. Не уходит. Уходит Клокверк. Ну, что здесь сказать? Еще и хуком попадает по Иверу. Круто. Круто подрались. 3-4, но все равно выиграли эту драку. СЧМ. Очень хорошо. Забрали вышку еще на топе. И все хорошо. Выходит для команды СЧМ. И паузу ставит Чен. У нас куда-то инвокер пропал. Ну что ж, довольно уверенно. Уже почувствовали себя с чем. Несмотря потому, что, ну, видим, по крипам не особо они. Ну, сейчас посмотрим общую ценность. По общей ценности нормально все. Там на 1000 вайпера опережать Мирану, но... Это ничего еще не дает. Так. Ну, вайпера пока, кроме Лотара, ничего нет. Возможно, БКБ будет себе делать. Химик тоже идет через БКБ. Будет оно через 500 монеток.
Так, и вот появляется Некро Учена. То есть это будет очень агрессивный пуш. Так, Клокверка уже есть Аганим, и будет он, наверное, сидеть Блейд Мэй. Так, видели, появился Аганим. Извините, Блинк Таггер. Уинвокера. Что делать его теперь? Ну, очень-очень мобильным. Связки с Форстал. Ну и на подходе Мека Бабадона. Не сильно быстро. Если так можно сказать. Но мы ждем. Может, с интернетом там что? Да, уже почти 14 тысяч по опыту команды закатаем, не заметим. И по золоту преимущество продолжает расти. Посмотрите, посравнить уровни. Да, видим, опережает по уровням. Так, что-то рисуют там на картах. Наверное, говорят, пацаны, у нас в лесу вардов нет. Мы ничего не видим. У нас там могут прийти, просто побить. Так, это не надо. Иллюзия у нас на боте. Ну блин, что ж так долго. Так, и рецепт на Яшу летит не ранее. Да, диффуза, Яша. Все очень даже хорошо. Странный вопрос он зайдет. Дружище, что тебе не папчик? Так, мы видим, диффуза еще ни разу не везла Мирана. И без них хорошо. Ну, как я говорил, еще когда пики были, что порезали щит Абадон, он теперь может быть развеян диффузами. Ну, сказал, ну, типа, ради этого никто не будет диффуза покупать. Ну, и взяли такого героя, которому диффуза заходят. И думаю, именно так и будут они еще пользоваться. Ну, что-то очень долго. Проблемы с интернетом, с компьютером. Может, и свет выключили. Всякое бывает. Так, ну что? Что-то то. Можно с этой посмотреть, пока время. Ну, химика прикольница. Ну, долго, очень много он заходит. Так, что я думаю про Некра? Некра это круто. Сейчас они должны очень быстро запушить, так как лучше им не затягивать. Так как есть алхимик, который может так через 10-15 уже будет довольно-таки опасным. А
да и тот же Вивер, которого на подходе Линка. Ну и дальше он там какой-то дезолятор. А у команды LGM таких сильных хардкерри нет, которые будут раздавать с руки урон, то в лейте все может поменяться. Довольно кардинально. Так что fast push стратегия и пошли к трону сносить. В принципе, можно еще и Рошана забрать. Пока нет троих игроков команды Джодра. Это еще никому не помешает. Десять минут. Блин. А, не прошло. Уже думал, через 10 минут зайти. Может музычку какую-то поставить. Уже заходит в доту, это хорошо. Это хорошо, потому что ждать мы не любим. Все. Переподключился инвокер. Что? Старт. Ну, что он там бинды проверяет, что? Ну, гол. Нажимайте. Пауза. Засыпали, что ли? И понравилось. Ну, наконец-то. Наконец-то. Так, идет чем сейчас какой-то хороший крипа сегодня. Так, вот кентавр есть. Так, Мирана съешь уже. Недолго ей до манты. По связке с диффузами, это считайте вам, что антимаг. Так, ну что? Пролетает ракетка, попадает она по вайперу, отправляет иллюзии Уокер. Опс, сразу. Очень долго боялся подойти к ним. Вдруг настоящий. Так, наконец появляются вайперы, и это очень круто. Так как теперь каждые... Сколько там? Каждые 12 секунд есть ульт. Можно в драке... Ну, два раза его использовать. Это очень приятно. То я и говорил, лучше... Лучше сейчас SGM не затягивать. Лучше не затягивать, потому что... Это не прикольно. Так, стоит тут. Дико крыл потрошитель. Сторожит. И собирают Рошана. Так, видели это или нет? Джодра. Ну, в принципе, они все здесь. За исключением Вивера. Ну, они... Да, вы ничего не поняли, и все. Мирана забирает Аегис, и бой. Еще минус курьер. Второй раз уже забирает курьера. Не попадает стрелой. Почти кинулась сюда. Он был здесь. Почти. И, товарищи, вы посмотрите, что появляется у нашего лича. Это Дагон.
Все-таки... Да. Это не две мики. Одумался. Наверное, когда увидел Учима. Что, ну и покупайте Докон. Докон тоже очень классная штука. Так, я здесь чужие леса уже фармит. Алхимин, так со своего его выгнали. Так, ну что, давайте пуш. Есть. Есть зоопарк у Чена, есть некра, есть. Все есть. Давайте собирайте вышечку. Так, уже рецепт на второй некрономикон есть. И с третьими вообще будет круто. Так, и падает вышка. Включаю клип, чтобы буду дефить. Должен дефить. Не попадает хуком Клогер по кому-то. Да, Мирана забирает вышку. Очень такая вялая попытка дефа. Ну что, я сразу на Т3 буду, наверное, заходить. Так, хукает кого? Виномансер попадает хуком, включает еще и блейдмейл. Тут там метеорит инвокера. Ну, умрет Клокер. Ультует Мирана и... Что уходит? Нет, разворачивается. Попадает стрелой по вайперу и туда же залетает чайник. Ну, не сильно удачный чайник, и за это, наверное, поплачется. Нет, не поплатится. Лич его фарстафят. Хили Чен. Что так все... Ага, третий некрадер уже несет. Чен. Так, Миран не попадает стрелой. Так, и все еще нет линки. О, и это минус Миран. Да. Ну, сбивает только Егис. Попадает стрелой еще по Виру. Но варт им здесь сломали. И не могли его увидеть. Так бы еще Виру разобрали. Так, прилетели третий некра. В принципе, там все уже пооткатывалось. Что можно идти. Ну, диффузами не пользуется Миран. Что очень плохо. И получает... Ну, здесь, наверное, да, умирает. Умирает инвокер, ставится вард. Его видят. Дабл килл для вайпера. Ну, трипл килл. Не получилось. Да, это Мирана, это просто что-то. Ну, как я и говорил, аганим у вайпера, он, по-моему, раза три утонул за драку. Ну, как видим, минус три героя у СЧМ. Должны забирать вышку. Здесь приходит Бадон, ну, непонятно на что надеяться, его сейчас просто заберут. Ульта у него еще нет 10 секунд. Ну, могли. Могли забрать, но Миран не захотел, так как ХП у него уже маловато. Второй догон. Не попадает к стрелой. Так, а здесь... Здесь крипы подошли, но будет дефить. Странно. Где линка, дружище? Забыл рецепт купить или что? Ну, есть персеверанс, есть ультимейт орб. А рецепта нет. И уже собираю БКБ. Ну, очень странно.
что будет делать дальше? Команда SGM, наверное, собирать вышечку. Следующую. Сейчас пройдутся по топу, наверняка. Radiant's middle tower is under attack. Так, ставит такой агрессивный Ward and Walker. Ну и что будет пушить? Видно, где находится противник, все там в миде. Подтягивается лич все-таки, но кирульча, кстати, уже второй. Вот так он. Так, БКБ появляется у Вивера, это хорошо. Но все еще нет Линкин сфер. Я вот помню, зачем на 75% делать артефакт и потом забывать про него. Им видней. Так, попадаем гелем по чену. Идет вивер. Так, ультует в чена. Умира на вовремя ультанула. Здесь раскидывает всех инвокер. Так, чайником забирает виномансера. И здесь хилит чен всех. Ну и минус вышка. Там непонятно, кого хукал Клокер. Ну, забирают вышку без потерь. О, еще и получает стрелу Вайпер. Какой хук. Ну все, минус виномансер. О, Вайпер, простите. Я же говорю. Виномансер, Вайпер, Вивер. И падает вышка, и сейчас упадут бараки. Курица здесь летает. О, какой... Минус чем? Мека. И что, и... Да. Умирает лич. Мирана там баночка получила уже далеко. Так, уходит. Уходит инвокер. Он здесь, вивер, продолжает гнаться за Клокверком. Я бы на его месте. Ага, у меня ТП нет. И не телепортируйся. Какой санстрайк? Винвизи. Винвизи был алхимик и попал по нему инвокер. Санстрайк. Да, вот это скилл. Это я понимаю. Ну и здесь Мирана попала очередной стрелой. И нарезала. Компадон. Ну, тем временем бараком, бараков нет. Промахивается хуком виномансер. О, Клокверк, точнее по виномансеру, промахивается. Ну что, будет забирать вышечку у Мидина. О, получает Тумирана, и она умрет. Да, просто от... Да. Ошибочка. Загуляла. Так, ну посмотрим, что у нас там на графиках. Больше 15 тысяч по опыту. Ну, по золоту не так уж и много. 7,5, хотя 10 тысяч по золоту. Довольно-таки много. Ну, на 37 минуте. Так, тем временем просто башер ПКБ Лотару Алхимика. Не так уж и много для этой минуты, как для Алхимика. А, просвечивает его, но уходит. Не, ну здесь попадает. Попадает хуком по нему Клокверк. Вивер дал шучку, но толку от этого, просто забрали алхимика. Ну, все, здесь осталось просто доиграть. Собрать вышечки.
Да, падает вышка. Выбирает Чен. Так. Вау, Вивер тем временем все еще нет линки. Он собрал БКБ, но не собрал линкен сфер. Это очень странно. Не знаю, его как сокоманников это не смущает, или может ему так сказали сделать. Так, хукает виномансера Клокер. Получает ульт от Вайпера, ему его хилят. Тут чайник. Хороший чайник и выходит на... Мало хп осталось, но здесь... Некрами хотел добрать его... Чен, но Вайпер не пожалел ульта Никал. Ну и разваливается вышка. Попадает панкой плеча и что не заметил его. Не заметил его Вивер. И все остаются живы. Просветки нет. Все ходят. Мы потеряли правда Клокерка и Чена, но... Ну и противник потерял вышку нигде. Так, там уже пятый догон. А пятый догон это... Это вам не это. Так я вам скажу. Так, накручивает. И в себе разряжает. Так, ультует Мирану Вайпер. И Мирана здесь отъезжает. Все-таки ульт с аганимом это 80% замедления передвижения, 80% атаки. 5 секунд, еще и 145 секунд. Это примерно 700-750 урона. Так, отпушиваю здесь линию. Так, ну и пошли на Рошан. Без Мираны. Ну, думаю, они смогут собрать его. Так, Boots of Trails появляется у Инвокера. Может он уже быть еще более активным. И Power Trails появляется у Вивера. Так, ну и вдвоем забирает, наверное. Да, Инвокер забирает Аегис. Смотрим на графики. Так, по опыту, ну, незначительно они выпустились. А по золоту еще выросли уже 12 тысяч по золоту преимущества. Ну и остается сделать просто last push такой. Все. Все есть в руках у команды SGM. Осталось только, как сказать, добить. Так. Ривер. Алхимика и что это? Какая-то... намек на Тараску. Думаю, не успеет он ее дособрать. Так, заходят. Заходят потихоньку. Промахивается хуком. Так, кидает тучка алхимик. Ну, думаю, бараки здесь быстро упадут. Ну и попадает. Да. Очень быстро ушел Виномансер. Ультует по инвокеру Вайпер. Ультует Мирана. Но... Чен... Нет, Чен все-таки умирает.
попадает чайник туда. Да, и Мирана делает даблкил. Драть еще алхимика. После догоном по нему лечь. И что? Ну вот она использовала наконец-то диффуза. Первый раз, между прочим, и забрала. Тут под кентавра попал. Поднимает вайпера. Виномансера. Так, ну и просто сносят вышки. Да. Но это уже не по-спортивному. Под фонтаном противника бить. Какие вот это. Чен отключился. Победа! ГКВП. Побеждает команда SGM. Хорошо. Себя сначала показала Джодра, и у них хорошее преимущество было. Вначале, но не смогли они его продержать и просто задавили такими пушами, активными действиями какими-то команда SGM. Ну, на этом все. Спасибо. С вами был Zero Tolerance. Заходите на канал Dota2.StarLadder.tv. Заходите на мой канал на Твиче. Смотрите. Все. Всем спасибо. Всем пока.